Привет, друзья! Смотрите на мою клевую посылку. Одной рукой, правда, тяжеловато толкать. Смотрите, как классно косит. Едем. Косим. Разворачиваемся и поехали дальше. Да, правда? Не нужно ни бензина, ни солярки. И хорошее занятие физкультурой. Так. О, видите, как клево ездит? Подъезжаем. Разворачиваемся. И едем дальше. Так, передышка. Отдыхаем. Идем по травке. Подходим к дереву калина. Смотрим, какие клевые ягодки. Понюхайте. Пахнет вкусно. Такие спелые, как будто бы уже под морозом побывали. Ой, упала. Берем. Просто обалденная вкуснятина. Так, прогуливаемся еще. Эта грядка подготовлена под чесночок. Утепленная травкой. Так, идем дальше. С этой грядки убран перец. Лежит травка. Будет утепляться под лучок, который я посажу на зиму. Так, идем дальше. Смотрим. Кабачок. Все кабачки уже убраны, а это посажены попозже. Ой, какие тут большие уже кабачки. Ой. Ой, молодые уже не хотят расти. Ой, большущие какие выросли. Ох, какой здоровяк, смотрите. Ой, ветер не дает, листики мотляет. О, это получится вкуснятина. Так, идем дальше. Это малинка, которая, наверное, вызреть не успеет. Видите, какие ягодки. Ягодки завязались, но ночью очень холодные. Так, идем дальше. Передохнули. Калинкой закусили. И идем косить. Так, разворачиваемся. Поехали. Ой, рукой не очень удобно. Да, посмотрите, как классно. Здорово. Ух, уперлись в компостную кучу. Так, разворачиваемся. Смотрите, как красиво получается. Полосочки какие. Сейчас выровняем полосочку. Так, едем. Это у нас физкультура. Опа! Красота. Разворачиваемся. Едем. Разворачиваемся. Видите, какая красивая. Ой, какая красивая полосочка. Ой, ну-ка, сомлела. Так, передыхаем. И едем дальше. Высота, да? Красота.
Красота. Так, погода наладилась после двухдневных дождей и ураганного ветра. Смотрите, какая травка красивая. Ох, какая ровная полосочка. Видите, как клево. Так, едем. Едем. Так, едем. Приехали. Разворачиваемся. Опа. Разворачиваемся. Так. Едем. Так, едем. Ух, устала. Поезд едет. Так, идем, смотрим. Вот эту площадь я сегодня всю скосила. Да. Едем. Так, на трассу не выносила. Мокро было. Вот, смотрите, все покошено. Все красиво. Так. Заодно бархатцы. Заодно красуется капусточка, розочка. Так, идем. Так, заодно мобеля, петунья. Так, идем. Малинка начинает подрастать. Может, и созреет. Ой, какая. Так, вот это мы все сегодня скосила я. Говорю, мы привыкла. Что сын был в отпуске, а сейчас его уже нету. Вот капустка. Вот петуньки. Вот еще петуньи. Жили после дождичка. Вот это все я сегодня выкосила. Видите, как косит красиво? Аккуратненько. Просто обалдеть. А, посмотрите, какой можжевельник красивый после стрижки. Просто обалдеть. Пахнет как, понюхайте. Просто кайф. Так, еще одна клумбочка. Вот это легко. И почему-то он в этом году так поздно зацвел. Понюхайте. Такой пахучий. Просто обалдеть. Такой пахучий. Ветрище вчера было. Смотрите, бедные костры. Остры повалило, надо подвязать срочно. Так, здесь под яблонькой. Тоже. Бархатцы. Так, здесь еще петуньи добывают. Так, здесь у нас тоже все скошено. Скошено, красота. Идем дальше. Так, это наша Зара. Это наша Зара хочет на речку бегать. Так, идем. О, какая красота, видите? Все скошено, все покошено осталось, покосить. Сейчас вам покажу. Большущий кусище. Так, горчичка подрастает. Так, вот осталось нам покосить вот эту всю плантацию. Здорово. Скульптура отличная. Всем пока.